тренировкой любого вида спорта, перед ходьбой, перед бегом, мы должны с вами освободить вот это вот интересное местечко, то есть направить движение лимфы в вену. Потому что мы сейчас усилим движение в плечевом суставе, и значит лимфа должна стекать в вену. Если этого не происходит, у нас лимфатические узлы, вот эта стрелочка у меня там стоит как раз на этих лимфатических узлах, начинают приподнимать ключицу, и она начинает выпирать вверх. Вот что мы и получили с нашей дамой. Вот она у нас ключица правая, которая все в соответствии со схемой выпирает сюда вперед. Это называется ключичный лимфостаз. Это недостаточное, неправильное. Эта ключица вообще поползла вверх, не знаю куда. Неправильное занятие со своими лимфатическими узлами. У нас есть место, вот это вот местечко, которое над ключичкой, первая ямочка, вот она, косточка, где мы должны ежедневно отрабатывать вот это местечко, да? И вот здесь оно у нас есть. И тогда у нас опустится, иначе у нас будет проблема грудной железы, плечевого сустава, а самое главное, будет нарушение скорости и симметричности мозгового кровотока, который выдаст нам регуляторные нарушения. Поэтому наша дама занималась каким видом спорта? И занимается, наверное, да? Да. Какой вид? Я занимаюсь фехтованием и танцую танго. Вот, вот посмотрите, фехтование и танго. Это фехтование правой рукой у вас идет? Там два мяча в каждой руке по мячу. Вот. А асимметричные получаются ключицы. Ну, танго там вот этот вот. Вот. А танго у нас, вот, вот она сейчас одна, нам показывает. Одна рука. Вот, вот одна выше, вот другая ниже. Вот мы и говорим, танго, которое должно, по идее, к здоровью, вот вы сейчас подняли ручку, вот так подержите, да? Еще одно местечко, которое загружается при танго и становится застойным. Вот я сейчас держу свой пальчик вот в этом местечке. И мы сейчас с вами посмотрим, где у нас ощущение пойдет. Здесь чувствуется, да? Угу, да. Боль это куда у нас идет? Вот мы диагностику делаем. Как вот это вот движение у нас меняет, что это мозг отреагировал, это рука отреагировала. Ну вот в этом месте дельтовидная вот мышца. Вот дельтовидная мышца отреагировала. Пока мы не будем после танго убирать лимфатическим массажем вот этот застой, значит, мы с вами будем иметь артроз, артрит плечевого сустава. И это у танцоров. А я сижу, голову ломаю, почему у меня спортсмены больные насквозь, да? Я, говорит, фитнесменша. Я говорю, все, с миомой? Она говорит, да. Я говорю, ну, стандартно. Все, кто фитнесом занимается, с миомой. Я говорю, что, мне прикажете заниматься, чтобы у меня миома была? Нет, это просто неумение после нагрузки балансировать на руках, то есть восстанавливать лимфу ключично. Это самое важное при любом виде спорта. Вот здесь я бы тоже сказала, мне не нравится вот эта тема. Поэтому мы проверяем, то есть мы делаем диагностику, куда я пальчик ставлю. Вот сюда, в эту ямочку, первая ямочка, которая у нас образовалась. Ручки спокойно, вдоль тела. И уже положение пальчика, эта диагностика, покажет, какие изменения в голове у нас есть. Я потихонечку начинаю вот так вот массажировать, потому что именно с этого движения мы и должны начинать. Если уже есть затор. Куда мы приходим? Ну, по руке, по левой кровь. По левой руке кровь пошла. Говорим, подмышечный лимфоденит у нас есть. Перегрузили подмышку еще. Так, и куда еще? Левая рука по ночам иногда затекает. Я тебя поздравляю, милый друг. Значит, мне, чтобы левая рука у меня затекала, надо срочно на танго пойти. И куда еще? И на фехтование. Говорю, нет, товарищи спортсмены, это же, пожалуйста, вы. Нет, надо просто себя приводить в порядок. Любая нагрузка – это перераспределение. Но, к сожалению, не симметричная лимфа, зайка. Окей? А нам вот эту симметричность, чтобы был симметричный мозговой кровоток, надо восстановить. Здесь обязательно нам нужно УЗИ сосудов шеи и головы, потому что здесь две полоски Венеры у нас. Вот если мы посмотрим на шею, да? Вот это вот, и затылок. Да, шейная удушка там называется, да? Вот, вот они, две линии. Они такие острые становятся, когда у нас лимфостаз ключичный. Если мы потихонечку отрабатываем с вами сонные артерии, вот здесь, то у нас вот эта острота полосок, она уменьшается. Они не должны быть. Когда мы вот такие полоски смотрим, мы говорим, лимфостаз ключичный, шейный, с нарушением симметричности и достаточности мозгового кровотока. И кроме того, лицевого кровотока, да? Потому что у нас вот эта вот носогубная веточка вот здесь, да?
Вот, покажите, где у нас затор-то идет главное. Это правый глаз, да? Вот, вот, оттуда под, правый глаз. Под глазом и веком. Под глазом. И покажите теперь линию, на которой затор-то у нас идет. Носогубная линия. Вот так, от глазика. Вот, умничка. Вот так. И должны куда попасть? Вот. Значит, мы говорим, перегруженный вот этот унитаз вот здесь не дает возможности хорошо кровоснабжаться сетчатки глаза. Оно идет и в ощущениях отека, и непосредственно потом в зрении.